Город Караганда, Михайловка, улица Степная и Сифулина. Здесь пересечение, там строят храм. А вот тут сама улица. Зимой я как-то ходил здесь, снимал. Ну вот сейчас. Студенты Жатаханаса, это означает как студенческое общежитие. Ну а вот тут роддом, поликлиника, ну короче. Это Михайловский роддом. Здесь еще роддом Майкудуки. Вот. Карагандинцы вот рождаются вот, ну, в двух этих заведениях. Вот тут и Майкудуки. То есть получается по месту рождения либо Михайловский, либо Майкудукский. Вот улица Степная. Вот так летом выглядит улица Степная. Вот это пренатальное отделение. Вот стоят машины скорой помощи. Вот это Михайловский райдом. Находится здесь, а на той стороне всякие объекты малого среднего бизнеса. Улица Степная, 15. Конкретно там. И роддом с этой стороны. Воткнули. Вот старый такой столб. Деревянный еще. Да подобный. Въезд в роддом. Вот летом оживленно тут, оказывается, не так как зимой. А сугробы были ли зимой вот вот так? Вот такая вот улица Степная, которая находится в районе города Караганды, который называется Михайловка, в свою очередь. Ну и вот, малый бизнес. А здесь ломают забор старый советский. Сюда копают.